Всем здорово, братва, на связи, как всегда, я, Малфой, и это 148-я серия Пути Бомжа на Хасл Онлайн. Мы отматываем время назад, и давайте разберем ситуацию с геликом. Наконец-то мне улыбнулась удача, и я забрал этого красавца за 1,7 кака. На самом деле, за него это копейки, и сейчас расскажу почему. Месяц назад государственная его стоимость была 10 лямов, а я вот сейчас проверяю, и здесь 19 кака. Ну и разумеется, слить в утилизацию мы его можем за 3 миллиона, при условии, что на нем износ. Алекс уже спрашивает цену гелика, и за 4 ляма он просто пишет ха-ха-ха. Но мы сейчас посмотрим на это ха-ха-ха. Влетаем на рынок по цене 3850, и сразу у нас кучу желающих. Торгуемся за 3,7, и даже без проверки состояния двигателя он соглашается. Готово! На ровном месте мы чистыми подняли 2 ляма, и вот уже его друг Аурум увидел износ. А, нифига себе. Ты 72 износа, брат. В любом случае, никакого обмана с моей стороны нет. На крайний случай, утиль его сольет за 3 ляма. Перемещаемся с вами в ТЦ, и я совсем забыл рассказать, что мне выпало с бесплатного кейса. Это фиолетовый ключик, и внутри оказался джип за 400 к. Но в любом случае, не так уж и плохо. И так как у меня немного тянется еще лудомания, мы покупаем один кейс и ключик за 2,5 кк. Хочу я, конечно, выбить что-то уникальное, но падает нам Citroёn Ami. Очень популярная сейчас машинка. На ней можно ездить вроде как без прав, ну а я плюсанул 75 тысяч. Итак, букмекерку наконец-то починили, и мы без проблем можем оформлять ставочки. Чтобы был у меня интерес, я оформляю ровно 10 событий по 500 к, и вот получился такой огромный список. Надеюсь, что хотя бы парочку из них залетит, а мой банан опять угнали, да ё-моё. Вот даже на карте видно, что место расположения меняется, и это при условии, что рядом возле ТЦ полно машин, но угнали именно мою тачку. Уже по традиции для себя залетаем в казик и крутим бесплатную рулетку. Иконка машины не докрутилась, и вот за деньги, в принципе, спасибо. Не знаю, какая по счету идет у меня полоса побед, ну а я настроен сегодня еще раз выиграть. Вообще, за мной лучше не повторяйте, ну а я готов начать все с самого нуля. Ставим на разные числа, пытаемся найти хоть какие-то закономерности, и ура, выпало 11 и плюсанули 36 кафишек. Это при условии, что на моем балансе 368 тысяч. Это я бегал вне записи, докупал еще фишечки. Пытаемся выбить числа еще, но кажись, на сегодня удача закончилась. И вот на балансе сейчас 32 миллиона, хотя когда я приходил, было 23. Проверяем по фасту 2 аукциона, и на одном из них нефтенасос. Но только есть ли смысл его сейчас покупать? Нужно уже копить бабки и покупать себе заправку, как вы считаете? Залетаем на свалку, снимаем скин, чтобы меньше палиться, и погнали лутать вагоны. Внутри ничего интересного, а вот на куче запчасти к рулю, и вы не поверите, никто не перевел. Итак, по расписанию 12 часов ночи, а это значит самое время открывать конты. И людей здесь в 2 раза больше, чем обычно. Смотрим, что там заспавнилось, и вот Дубай, ну наконец-то! Цену я набил 26 кк, и усё, можно сваливать. Пускай мажоры открывают. О не, его сбили. И вот по новой ставим 24 ляма. В принципе, не такая уж и большая цена. И вуаля, контейнер наш. Открываем список целей и сразу изменяем прогресс на 3 из 5. В принципе, скоро сможем закрыть ее полностью. И подожди, а внутри у нас Делориан. И сколько он вообще стоит? Тут еще кто-то дэмит. И подожди, всего лишь 2,8 кака. Вы что там, с ума сошли или что? Как за 24 миллиона я могу получить машину в 10 раз дешевле, чем самоставка. Алло! Возвращаемся обратно и подожди, а я ее разве забрал? Я же хотел продать, но походу не сработало. И вот хоть что-то радует, что на нее есть интерес. Спрашивают по поводу цены. Вася говорит, что эта тачка есть в автосалоне, но ее никогда туда не завозят. Госка 4 ляма, и мы отправляемся на рынок, чтобы узнать, что предложат барыги. Просто главное, чтобы я смог ее продать
продать, ну хотя бы за лямов 20 и вернуть часть денег со ставки. Все спрашивают цену, а я не знаю, что отвечать, потому что реально без понятия. И вот что мне предложили, так это 2 ляма. Это ужас вообще. Я хочу глянуть, есть ли она в наличии в салоне. Просто если есть, это все ГГ. Опа, неожиданный кейсик на полу. И вот ура, ДМЦ нет в наличии. Если ее реально сюда не завозят, это намек на то, что я могу обогатиться. Перемещаемся в Дискорд, и вот такое объявление я уже оформил. И вот моментально пишет парниша и уже интересуется ценой. Оказывается, он ее вообще выиграл в торговом центре за 80к и надеется, что она редкая. Итак, братва, это у нас уже новый день, и он ни капельки не радостный. Все дело в том, что Дискорд молчит, просто ноль желающих на покупку. И вот сейчас я без понятия, что мне делать, потому что на балансе 8 лямов. Была не была, это поход в казик, и будем подниматься с 3500 фишек. Немного не повезло, докупаем фишки на все деньги, и вот хоть теперь залетают изредка победы. Так, окей, нужно вовремя уходить, и десятка это точно была последняя. Продаем почти 14 тысяч фишек, и больше так делать не нужно. Возвращаемся к авторынку, и что мне предложат эти барыги на этот раз? Сова говорит 1,3 кака, ага, не смеши меня своими сообщениями. Вот реально тюбики какие-то предлагают 1,4, я лучше сам на ней буду ездить. По максималке 200 километров в час, это меня вообще не радует, я облажался. Ставим на нее все 3 стейджа, и вот она уже едет 260, короче. Подскажите, пожалуйста, в комментах ее реальную цену, потому что грустно мне уходить в минус аж на 20 кака. Перемещаемся на свалку, забираем ноутбук 1, ноутбук 2, и я пошел тильтовать.